сервис-дог покажу настоящий. Там лежат лекарства для хозяина сейчас. Одну минуту. Видите? Специальный жилетик. Такой, да. Спаланчик. Специальный жилетик, муж говорит. И какая умная, терпеливая собака. Она специально на это выдрессирована. Надо сказать, худенькая собачка. Думаю, что ей очень хочется побегать, но она должна выполнять свою работу. Это так мило вообще, такая преданность. Люди, будьте добрее. Собаки нам пример. Пляж чистят. Ручками ничего не приходится делать. Ну, куда ты поехал? Две лапы у него. Ну, давайте посмотрим. Умная машинка. Ну, остановишься, нет? Чтобы мы тебя похвалили, как ты работаешь классно. А вот так вот. Раз, и все. И дело в шляпе. Раз, и вывернулся. Водитель сидит, только управляет. И чайкам ничего не достанется. У меня муж вчера расслабился. Я на него ворчала. Он меня повел по магазинам и купил мне новый белый костюм теплый. Я говорю, я здесь замерзаю в этом климате, на этом океане. А он ничего не помнит. И спрашивает, а сколько стоил этот костюм? Я говорю, $250. Не может быть такого. Ой, я не могу. Я вот, не как, помню, вот как надо наказывать мужика. Может, 60-70 каких-то, я еще не могу. Он говорит, бери, тебе очень идет. Это недорого. Спрашивает, а сколько этот костюм стоил? Короче, он вчера пил это красное вино для девочек. Расслабился. Наверное, много вина красного. Да, да, я на него ругалась всю ночь. Мне вина не оставил. Говорит, я... Вот я его наказываю. Костюм стоил $250. Не надо, ля-ля. Иди проверяй чеки свои. Я сейчас пойду. Нет, нет. Я уже там все бирочки обрезала. Что ж ты меня так мордой это самое? Вот так вот сиди и думай, сколько стоит костюм. Ты мне покажи, что мы купили. А мы зашли в магазин, я померила, он говорит, тебе вообще классно, берем. Я говорю, Вова, это дорого. Он говорит, нет, берем. Бля, пойду смотреть. Ой, я не могу. Вернее, я заплатил. Сколько ты заплатил? Да. 50? Ну, не 250. 50 чем-то. Слава Богу. 50 я еще могу осилить, но не 250. Пить надо меньше, дорогой. Это надо, да, это меньше надо пить. Я знаю, а ты да, даже не помнишь. Так отпуск на то, чтобы отдыхать. Я такая дурная, нужно было тебя раскрутить на $250. Ой, какая я глупая женщина. Глупая женщина. Я буду иметь в виду. Давай. Ой, я не могу. Давай за подарок гусю, давай. Снимай гусю, давай. Да ладно. Снимай гусю. Снимай, как мне гусю дается. Да, сняла уже. Все, молодец. Надо было его все-таки раскрутить. Побольше. Надо было. Побольше, чтобы урок... Семейный бюджет будет. Чтобы лучше, урок, да? Тебе был, пить надо меньше. Так я всегда меньше пью. Ага. С каждым днем меньше и меньше. Да. С каждым днем меньше и меньше. Потому что жена зараза гавкает. Она ворчит, как это самое. Как змеюка. Змеюка. Мегера, да? Кобра. Кобра. Кобра дома. Нельзя выйти на улицу. Кобра дома.
Ой, я не могу. Мне с каждым днем все меньше и меньше. Живот. Тебе шампанского больше достается, чем мне. Ну да. Как? Так и должно быть. Буся, гулять пойдем. Буся, гулять пойдем. Гулять пойдем. Буся, пойдем гулять. Пойдем гулять. Мы его гулять даже не пойдем, раздевали. Пойдем гулять, папа. Пойдем гулять. Пойдем, сладкий, пойдем гулять. Будем за волнами бегать, да, Буся? Он уже осмелел здесь, ожился. Да, Буся? Идем гулять, маленький мальчик. Мне пришлось переодеться, потому что мой белый сарафан весь был мокрый. Вот этот новый костюм, о котором мой муж забыл, он мне купил. А, вот такой вот тепленький костюмчик. Штаны длинные, просто я их так подняла. Как тебе, дорогой? Смотри, куда он лезет. Ну да, мне, ты что, да мне все нравится, что на тебе. Мне все, как что тебе? На тебе, все мне все нравится. Как тебе? Лен, покрутися. Да, не могу. Камера. Ну, покрутися там. Ну, хорошо. Там тоже написано Ocean City. Да, ну, главное, что... Самая первая леди в Ocean City. Все, пошли, леди. Ну, да. Пошли. Он тепленький, он такой, знаете, на этом самом. А что ж ты не застегнулся? На баечке и с замочком, что я очень люблю. Застегивайся давай. 250 баксов. Так, кошелек я не беру сегодня с собой. Кошелек я не беру. Все. У меня есть твоя кредитка. Мы никуда не идем. Кошелек я не беру. У меня есть твоя кредитка. У нас общая кредитка. Папа кошелек сегодня не берет. Владимир? Нет, я сказал. А, кстати, он мне должен 100 баксов. Он мне проиграл. У нас был договор. Проговори, потом расскажешь. Ладно, не надо, ладно, не я надо. Не буду. Я вот уже 60 потратил. Видишь? Нет, нифига. Он мне должен 100 баксов. Я не буду секрет раскрывать. Ты ну, идешь гулять? Он мне должен 100 баксов. Он ты мне... идешь гулять? Он заключил, как это называется? Короче, мы с ним поспорили, и он мне должен 100 баксов. Ты гулять идешь? Ты хочешь идти гулять? Идем. Ты хочешь идти гулять? 100 баксов он мне проспорил. А? Гулять, потом расскажу. Хочешь? Так одевайся. Полиция поехала. Короче, мы пошли гулять. Да, молодцы. Так, я уже не знаю, во что одеваться. В теплое, там тоже полиция. Или во что-то о, легкое. Там да, а там на велосипедах они. Короче. Колес не хватило на машину, так они не посидели. А сегодня так тарахтело еще ночью. Я не спала. Думаю, блин, что там такое? А там конная полиция. И оно, знаете, вот по этому деревянному намосту. Просто, да, так. Цок копытами, да? Такой звук, как бубен. В общем, мы идем гулять. А, полиция. А можно с ним сфоткаться, интересно? А ну, сделай мне фотку. Сколько их много. Короче, фотку нельзя сделать. Все. Ладно. Нельзя так нельзя. Что он сказал, нельзя? Вова! Стоп. 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 Вот агрессор. Вот кто агрессор. Там нормальный собак. Стоп. Стоп, получишь по жопе. Стоп. В два раза меньше. В три раза меньше. You can't have your dog on the boardwalk. It's actually prohibited during this time of the year. Okay. It could be a municipal citation. But I saw some rules. Not allowed to go to the beach. Correct. It's on the sign as well, on the back of that sign that you just passed. Okay. You got to take it off the boardwalk. Can you tell to everybody else? I can see some dogs here. You didn't. Yeah. Exactly. Yeah. But this is a service dog. I'm sorry. Service dog. The service doesn't provide. Вова, переведи мне. Service dog provides. This is a service dog? Yeah, I'm asking you what service it provides. For her. What for me? Provide?
Какой сервис у тебя? Психологический. Психологи. I have psychology problems. I'm from Ukraine. In my country is war. Barking on the walk, it's causing a problem. Okay. Я вообще ничего не поняла. Какой-то конченый. Ну, не повезло. Мы идем гулять все равно. Нас никто здесь не тормозил. А что он хотел вообще? Спортвока с собакой. Он хотел... Что он говорил? Excuse me. They had the dogs on the boardwalk all day, so whatever they were there, so... But he said we are not allowed to walk here with this dog. Yeah, I know, I understand that. But what I'm saying is, they've had dogs been walking all day. I'm live here on the hotel, I can see all day walking those dogs, all the way down, all the way down and back, all the way down. But this is for service dog, very friendly. I know. Yes? I know. Okay. Thank you for understanding. У него две овчарки. Thank you very much. No. Thank you very much. Представляешь? Какой-то чокнутый полицейский. Да ему не понравилось, что не что та большая начала на него. Да, он хотел. Не, он хотел показать, какой он большой начальник. Ему там сколько этому пацану лет? Лет 20, 23, 25. Ну, короче, он хотел показать, какой он большой начальник. Вот. Ну, хорошо. Мы уважаем. Убирай собаку. Я говорю, а почему те люди сидят с собакой? Да. Ищи их, убери сначала. А что он сказал? Я пойду, типа. Я пойду, да? А я говорю, это сервис дог. И что он сказал? Говорит, да какой type of service? Ты должна знать, какой у тебя type of service. Так я ему сказала, у меня психологические проблемы, I'm from Ukraine, у меня война в Украине. Решил лучше не связываться. Ой, боже мой. У меня... Да, я сейчас расскажу. У меня... психологические проблемы. Я бывшая политэмигрантка. В моей стране война. Я туда не могу вернуться. И у меня вот есть сервис дог. Все. Что еще надо? Сервис догом ты его сама обладаешь. Нет, у нас есть документы. Какие документы? А это пусть спрашивает американское правительство. Какие у нас есть документы? Есть документы. Дело в том, что у нас есть документы. Здесь работает фирма, которая выдает всякие там дипломы, что вот ты нуждаешься в такой эмоциональной поддержке. Я уже об этом рассказывала. И просто в США это как бизнес. И все об этом знают, и никто эту фирму не накроет. И тем не менее, знаете как, двойные стандарты. Почему эта фирма, если она нелегальная, выдает документы, что у нас собака, сервис дог, сопровождающая собака, а почему эту фирму не накроют, если эти документы нелегальные? Легальные документы, это нужно ходить к врачу. Вот как я сегодня показывала там, видео собачка-сопроводитель. Ее специально обучают. Но, тем не менее, мы на это повелись, мы купили тоже эти документы. Оказалось, что мы просто потратили деньги напрасно. Как-то так. Да мне вообще поплевать. Все, мы идем гулять. Получать удовольствие. Погоды не было, хотя бы сегодня. Я вообще не поняла. Чувак хотел показать, что он большой начальник, маленький еще, дитё. А? Про полицейского этого, ну он же молоденький. Кстати, здесь делают тату, я бы очень хотел, но я боюсь. Сделай себе тату. Я хочу. На писи. На писи.
только чтобы сама смотрела. Нет, нет, реально здесь есть красивые рисунки, но я боюсь, мне кажется... Не надо, я тебе не советую этого. Мне кажется, это... Ну да, может что-то себе занести, и потом никого, ни на кого на суд не подашь. Вот, ну... Вот посмотри, вот. Вот это вот тату делает. Я не хочу смотреть даже. Я не имею за всю жизнь никаких татуировок, и ты не будешь меня тушить. А я бы хотела что-нибудь ты такое. Ты бы хотела, сделай сама себе. Но только не здесь, наверное, да? Неразумно. Я вообще не советую. Я бы себе бабочку сделала, перелетную. Или птичку. Ну и что? Будешь мучиться потом всю жизнь. Ну и что? Вот не забывать, будешь потом знаиться. О, видите. Муж прочь. Не, ну если делать, то это нужно в каком-то таком салоне серьезном, чтобы себе никакую дрянь не занести. Так, мы идем гулять. Чисто гулять, у нас пожрать куча всего в холодильниках. Ну, в этом холодильничке маленьком. Фух. Красиво как. Не знаю, будет дождь, не будет. Да не дождь, не будет, пока тепло. Когда темный пахнет. Пойдем на пляж. Давай пойдем туда на бережок. Нет, давай здесь. Нам на пляж нельзя, вот написано, собака на пляж. Уже там никого нет. Света, ну написано. Вова, мы мозги потрахаем, как бы. Подожди, подожди. Сказали, что можно туда дальше пройти. Ну-ка, зайдем, просмотрим. Гусь рядом. Рядом, малыш. Что здесь? Так, Буся, Буся. Муж с сигаретой. А, какие ракушки. Так, $5. Кстати говоря, у меня отец из дальнего плавания. Привозил вот такие вот ракушки. Это стоит $27. Вот такая вот ракушка у меня была. Была в детстве. О, сори, сори. It's okay. I take him. Thank you, dog. It's okay, it's okay. Bobby, Bobby, good boy. Слушайте. Прямо в непогоду я иду. Прямо такие тучи, а мы не боимся нифига. Потому что мы послезавтра уезжаем. Буся, смелый парень. Пошли, дорогой, пошли, прям. Где-то спрячемся. Ой, какая красота, боже мой. Там такие волны. Класс. В общем, это какой-то кошмар. Я звоню мужу, он на телефон не отвечает. Ты, блин, где стоишь? Да приди сюда, почувствуй этот кайф. Он стоит там, курит. Я вообще не могу понять. Я попросила чужих людей, чтобы мне сделали фотографию. Представляете? В моих мозгах это не укладывается. Вот так и живем.